Привет, друзья! Мы хотели снять видео в динопарке, но у нас это не получилось, потому что у нас потребовали прививку, точнее сертификат на нее, потому что с 13 лет уже требуют, а у нас его не было, и там снимать запрещено, поэтому смотрите, что у нас получилось все-таки снять. Да-да, я тоже здесь, в прямом эфире. Вы, наверное, уже поняли, что Мишу не пустили, потому что нельзя будет чуть справку на то, что ты прививку взял. Только у него это нету, и поэтому его не пустили. Но давайте, мы все равно не отчаиваемся, он сейчас полезет, короче, через забор, может там что-то в дырке подсмотрит. Короче, будет вам динозавр, как его там еще. Короче, мы это видео аж 2 дня уже снимаем, поэтому, как вы уже сейчас прям видели, ночью там столько фонарей, это, кстати, круто очень. Так что, если бы вы туда попали, какой бы ваш динозавр был самый любимый? Моя это такая большая змея, она такая прикольная была, сердитая, наверное. Извините, конечно, что мы в щилки заглядаем, но никак по-другому. Мы уже это видео спланировали, а нас не пустили. Это, конечно, жалько. Никого не было. Там якийсь чувак. Ого, ребята, вы видели этих динозавров? Они такие большие, там и спина такая большая, и шея в одно. Я кто-то увидел. Напиши в комментариях, как их называют, этого самого большого с длинной шеей, а? Пиши в комментарии. Кстати, ребята, у меня есть один план. На нашем канале 37 подписчиков. Но если мы зайдем в статистику, там новых зрителей на каждом видео аж 63 под одним видео, под гусями. Я не поняла, почему новые зрители не подписываются на канал. Потому что постоянных у нас много. А новых на том видео 63. Так что подписывайтесь, новые зрители. И, кстати, ребята, я забыла вам сказать. Скоро же, совсем скоро Мишины день рождения. Давайте мы сделаем сюрприз. И те, кто сейчас смотрит без подписки, подпишутся. Потому что очень хочется сделать ему приятное, и чтобы до его дня рождения, которое будет 11 листопада, было 40 подписчиков. Давайте это сделаем вместе с вами. Ну а также, если будет 40 подписчиков, я сразу же выставляю новый клип, который я сама написала. Так что вы знаете, что делать. Подписывайтесь, кнопка красная внизу. Ну, давайте, всем пока-пока. А то Миша там уже замерз бегать. Давайте, пока.